Вот вы знаете, друзья, есть определенная композиторская честность. Скажи, Максим, Максимушка. Максим, модуляцию чаще, чем в одной из 10 песен, не используют. Вот Игорь Федорович часто нарушал. Потому что понятно, что модуляция это беспроигрышная. Понял. То есть драйв всегда. Игорь Федорович он редко учит. Да, последних, что не песен, а то и две. Вот вы слушали, вы не понимаете, это же математический уровень. Ну-ка, как-то физиологически. Промой мозги. Ага. Кому промыть?